Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит канал Сотник ТВ. Сегодня 26 августа 2024 года, понедельник, и на платформе Patreon у нас уже вышли программы «Обратный отсчет» и «Постскриптум». Сегодня в программе «Постскриптум» большой и очень глубокий материал, посвященный аресту Павла Дурова во Франции. Предыстория, анализ российских и западных СМИ и, конечно же, реакции от пещерных блогеров до Илона Маска. Словом, все то, что не лежит на поверхности и что вы не увидите, не узнаете из обычных новостей, которые широко, популярно освещаются. Ссылку на сегодняшний постскриптум я оставляю в описании к этому видео. И вот главные темы наших сегодняшних программ. В ночь на 26 августа рашисты устроили массированную атаку на Украину с применением боевых дронов и ракет. По некоторым данным, было запущено рекордное количество шахедов – до 100 штук и около 40 крылатых ракет. Если это и был тот самый удар возмездия, то он скорее стал демонстрацией бессилия Кремля. Субботний арест Павла Дурова в Париже всколыхнул болото. Началось бурление глубинных масс. Шпионское приложение Telegram, наконец, стало объектом серьезного разбирательства. Рашистский главарь Путин сегодня озаботился негативными явлениями в пещерной экономике и дал ряд поручений. Судя по видео, Путин находится в одном из бункеров, откуда и ведет онлайн-заседание. С 3 сентября по 8 октября на территории Латвии пройдут масштабные военные учения «Намейс-2024». Латвия учится своевременно, скоординированно и эффективно реагировать на внешнюю угрозу. Во Франции ждут итогов переговоров Макрона с ведущими политиками страны. Имя нового премьер-министра может быть названо уже в ближайшие дни. Смотрите в программе «Постскриптум». Арест Павла Дурова во Франции нанес сокрушительные удары сразу по нескольким кремлевским направлениям. Занервничали все, включая Илона Маска. И остается только догадываться, какой вал компромата и гноя может вылиться, если Дуров действительно заговорит и поделится теми знаниями, которыми обладает. Необходимое уточнение. Когда вы перейдете по ссылке и подпишетесь, вам будет доступно не только видео по скриптам, но и сегодняшняя программа «Обратный отсчет», основная и главная тема которой – массированная атака рашистов на Украину. Сегодняшний так называемый «удар возмездия». И, конечно же, вас ожидают еще 22 программы в месяц с аналитикой и новостями. Всех обнял, жду вас на Патреоне. Слава Украине!